primul rând vreau să felicit echipa Șerif cu victoria astăzi. Nu știu cât la rând, ați spus la 9, da? Sau nu știu. Felicitări. Bugăști. Și în ultimul timp vreau să felicit jucătorii echipei Zimbru, echipei noastre, îndeosebi pentru prima repriză, pentru atitudinea și curajul care l-au demonstrat prima repriză. Am pierdut, mai avem mult de muncă, durează, avem nevoie de timp să construim, să ducem la un bun sfârșit ceea ce a început Sorin Colceac. Da, durează. Sperăm cât mai mult să ieșim la un nivel care ne propunem. În primul rând, vreau să-i поздравить Шериф с 9-й победой. В всяком случае, так сказал Буга. Во-вторых, хочу сказать большое спасибо и поздравить мою команду Зимбру с тем, как она провела первый тайм, с тем, что они были смелыми, организованными, играли в хороший футбол. Конечно, есть еще много над чем работать. Только начали доводить до какого-то ума то, что начал Сорин Колчак. Но работы еще много, и нужно время для того, чтобы это все стабилизировать и превратилось в хорошую игру. Poftim, domnul Bucă. Ați spus că ați avut o primă repriză foarte bună. De ce n-ați jucat la fel și într-o doua repriză? De ce? Emoții? Nu știu. Prima repriză și-au demonstrat că pot într-a doua posibil. Au crezut prea tare ei. Supra încrederea, eu cred că tot nu e o calitate. Posibil și oboseala, s-a spus. Vopros был, почему во втором тайме не играли так же, как в первом? Собственно, ответ. Наверное, эмоции превалировали. И когда слишком сильно веришь в себя, это тоже плохо. Может быть, и усталость сказалась. Еще вопрос. Да, быстро интервью с студией Билли. Реприза 2. Потеря был картун. Сажать один пример минуты. Сау. Еще вопрос. Да, резерв. Авем, до чего мы дискутат с Даном на интервью меч. До чего мы имели релации персонала с Даном. Ирам план сажать, но până la urmă am decis Să intre în repriza secundă. Вопрос, почему не играл в первом тайме Дам Пысла? Может быть, он хорошо вошел в игру, может быть, следовало его выпустить с первых минут. На что был ответ, что разговор был с ним перед началом матча, и по итогу решили, что так будет лучше для команды, если он появится во втором тайме. Первый тайм мучились очень-очень много. И с мячом, и без мяча, это так. Конечно, много людей променяли сегодня. Хотели, чтобы пар футболистов отдохнули, чтобы эти пар прибавили что-то, но иногда не получается. Второй тайм уже, когда сделали это замены, стало лучше, но не могу сказать, что это специально сегодня играли, но самое главное, что играли и что можно спокойно сейчас готовиться за четверг. Если вопросы, задавайте, пожалуйста. У вас сегодня двойной Чикаго, Тамбэ и Лукич, ой, Тамбэ, Лукич и Борисюк. Тебя каждый раз вопросы по новым футболистам. У нас столько много футболистов, что я даже семью не знаю. Да. Я не знаю, не ожидал ничего специального, только этих людей. Не знаю, когда последняя игра была 3 месяца назад, сборы не прошли. Так что могу сказать, что доволен сам с этим, что не травмировались. Видно, что еще не готовы, но уже у нас после каждой игры такой разговор. Нет времени, так что не знаю, как это приготовить их, чтобы были свежи за четверг. И что подумаем, будут играть один другой, как поставим это все, но так. До Лиги Европы 4 дня остается. Как планируете работу на эти 4 дня? Что? Пикник. Они будут готовиться, конечно. Чуть-чуть больше тактически, чем что будет какая нагрузка, но думаю, что сейчас это у нас был разговор уже после игры с Партизанием, надо приготовить команду психологически, конечно, первое, другое, сейчас уже нельзя ничего делать, чтобы приготовить их по кондиции, так что надо, будем работать на тактике, конечно, уже начали делать анализ про АИК, видели у них там, что есть. Думаю, что и считали уже много этого, но много это зависит, конечно, от нас. Так что сильная команда, сильнее команда, и чем и Цабуртало, и Партизаны, так что нам надо приготовиться хорошо в каждом вопросе.
Иванил. 9-я подряд победа под вашим руководством. Такое ощущение, что эта серия продлится до конца чемпионата. Так? Сколько еще до чемпионата? Две, одна-две игры? 12. А нельзя так вообще думать. Первое, самое важное, сейчас играть четверг. Потом, конечно, хочется выиграть каждую игру, но хочется, конечно, и Европе, и чемпионату хочется получать задовольствие за этого футбола. Так что впереди пишет Шериф, сзади есть фамилия. Так надо и стремиться к футболу, чтобы когда эти футболы закончились, что и каждый мой футболист вместе со мной знал, что дал все от себя. Иногда я так думаю, что сегодня пара футболистов не могу сказать, что получали удовольствие футболу. Получать удовольствие можешь, даже если играешь только защиту, если отвечаешь, если помогаешь друг другу, а на сегодняшний день не было так. Что, конечно, хочу играть каждую игру, но хочу тоже, чтобы видел прогресс в своей команде и у каждого футболиста, особенно этих молодых.